Сегодня у нас в компании зовут первый мобильный хакатон. Мы реализовываем разные прикольные фичи, которые попросили наши сотрудники и пользователи. У нас большой был список, порядка, наверное, 100 фичей. Ребята разбились на 4 команды, выбрали себе идеи для реализации, и сейчас они в процессе, надеюсь, что-то получится. В рамках хакатона мы наконец-то отвлеклись от повседневных задач и начали заниматься классными фичами. Наша основная идея в том, что мы хотим сократить количество шагов пользователя от входа в приложение до совершения покупки. У бизнеса иногда не хватает времени на это, и поэтому такая штука, как хакатон, помогает нам реализовывать такие классные идеи. Сегодня мы будем рассказывать про две фичи. Это сравнение товаров по характеристикам и виджет, на котором вы можете посмотреть статус вашего заказа прямо на экране телефона, не заходя в приложение. Озон, спасибо за хакатон.